Всем доброе утро. Мы на Сапун-горе. Диорама не работает, закрыта. Но можно походить по территории, погулять, посмотреть. Тем более, что бесплатно. Если платно, то можно было с экскурсией. Экскурсия 300 рублей. Мне бесплатно. Но муж не захотел с экскурсией. Говорит, сами походим, посмотрим. Так, гаубица огромная какая. Год выпуска 43-49. Погодка сегодня замечательная. Еще одна гаубица поменьше. Поменьше. Вот Катюши. Муж там где-то сзади отстал. Он идет, подробно все смотрит. Кто там за меня переживал, голос у меня уже восстановился. Кашель почти прошел. У нас еще 2 дня. Так что все нормально будет. Вот. Гуляем мы в основном на улице. В транспорте. В основном мы гуляем на улице, а в транспорте мы в масках, как положено, в магазинах тоже. А в основном мы гуляем на улице, в парках, вдоль моря. Так, ребятки, ладно, я немножко поснимаю, потом еще расскажу что-нибудь. Продолжаем гулять по Сапун-горе. Прямо по курсу часовня с ангелом наверху. И там колокольный звон. Так, это что у нас? Колокольный звон. 85-миллиметровая универсальная башенная артиллерийская установка 90К. Интересно, где такие штуки применялись. Ну вот, на каких-то укреплениях. На дотах, дзотах. Офигеть. Так, ребятки. Завтра последний день. В 11 вечера самолет. Москву прилетим ночью. Красота какая. Мне нравится здесь воздух обалденный. Видите, здесь сосна. Вот это вот пихта или что это. Воздух здесь обалденный, сосновый. Так, я пока выключусь, потому что колокольный звон мешает. Сегодня прекрасная погода в Севастополе. Гуляем по городу. Это у нас проспект Нахимова, насколько я понимаю. Шли по улице Ленина, свернули на проспект Нахимова. Муж пошел смотреть, что там наверху. Мне тяжело подниматься по ступенькам. Может, там ничего интересного нет? Я решила не подниматься. Вообще, мы идем в музей, в картину-галерею. Сейчас были в одной картинной галерее. Картина Айвазовского посмотрели. Там, кстати, было очень мало, не больше 10 штук. Всего один зал в холле на первом этаже. Сейчас идем в другую местную севастопольскую художественную картинную галерею. Там может быть побольше картин. Потом на обед, потом еще погуляем по набережной, по городу.